Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Что с тобой, Ольга? Что случилось? Он бьет меня! Кто? Он меня бьет! Кто? Кто? Муж! Я не могу больше с ним жить, я ушла! Это возмутительно. Это... Какое он имеет право? Это тирания! Это черт знает, что такое! Бить жену! Бить! За что это у вас? Да ни за что, ни про что. Он давеча ваше письмо прочитал, весь день ходил злой, а потом вот, схватил за руку, до сих пор красные пятна на руке остались и потребовал объяснений. Я вместо того, чтобы объяснять, к вам прибежала. Ну, хоть и вы заступитесь, он не имеет права так обращаться с женой, я же не кухарка, я дворянка. Это варварство. Это Новая Зеландия. Уж не думает ли так же этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен. Вы ведь... Тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной. Я думала, это ангел, а не человек. А вы хотели, чтобы ему понравилось письмо, которое выпало из сундучка? Вы хотели, чтобы он расхохотался? Не будем говорить об этом. Как бы то ни было, его поступок подал. Вы так полагаете?